После ареста наших пасторов, никто не знал их место заключения. Кроме пасторов, арестовали еще много христиан. Всех начали преследовать и притеснять за веру. Жить в Эритрее стало практически невозможно. У всех христиан существует только два пути. Или правительство арестует тебя и приготовит к смерти, или ты должен бежать в Эфиопию. Если тебя при этом поймают, то приговор за побег тоже смерть. Результат, в конце концов, один и тот же. Я бежал через Джибути в Эфиопию. Когда я оставил Асап, была ночь. Со мной был еще один, который знал дорогу в Джибути. Ради безопасности мы шли по ночам, днем мы прятались в посадках. Так мы шли 5 суток. Граница очень сильно охраняется. И мы, конечно же, очень боялись, что нас арестуют. Я помню, что мы постоянно молились. В одной из молитв Бог дал мне стих из 120-го псалма. Это очень укрепило нас, что Бог сохранит нас от всякого зла. Таким образом, мы успешно добрались до Джибути. Мы, как христиане, не имеем никаких прав голоса в нашей стране. Буквально все контролируется. Свободно высказать свое мнение практически невозможно. Наши глаза открыты. Мы видим многие вещи, но об этом не говорим. Преследование христиан в Эритрее идет со стороны правительства. Им не нужно такое христианство, которое имеет живую веру. Правительство закрывает церкви, и верующие теряют всякую возможность собираться. Христиане, вера евангельская, адвентистская мессия, баптистские церкви, церкви, слово, вера, все были закрыты. В Эритрее нет свободы вероисповедания. Особенно это касается протестантских церквей. Не разрешается даже читать Библию. Где видят, что собираются люди, их арестовывают, избивают или убивают. Ради веры во Христа 7 лет я провел в тюрьме. Когда они нас пытали, нас помещали от 30 до 60 человек в такие контейнеры. Выжить там очень-очень трудно. Температура в Асабе более 45 градусов в тени. Нас избивали до тех пор, пока тело становилось темно-синим. Целый месяц после такой пытки я не могла ходить. Было такое чувство, как будто мясо отрезают кусками. Они связали меня особым методом. В Италии этот метод называют «Отто». День и ночь я лежал связанным, и так 45 суток. Это метод «Отто». А в таком положении я был 27 дней. Другой метод пыток они называют «вертолет». Спустя уже несколько десятков минут руки не имеют. Многие вообще потеряли так свои руки. Третий метод тоже очень жестокий. Многие спустя уже короткое время начинают сильно кричать. Этот метод тоже очень часто применяли в Асабе. Один из наших братьев остался после этого без рук, а другой наш брат не выдержал испытания вертолетом. Он уже на небе. Достаточно уже.
Причина всему – вера во Христа. Что говорит Библия? Кто будет следовать за мной, тот будет гоним, преследуем. Здесь нет ничего нового. Правительство Эритреи рассматривает нашу веру как американскую и поэтому автоматически связывает ее с политикой. В данное время эритрейцы разбегаются по всему миру. Так выглядит ситуация жизни в Эритрее. Если я вижу таких молодых людей в лагерях беженцев, девушек и парней, которые убежали из страны и живут как беженцы, то мне становится очень грустно. Это очень плохо для всей страны, так как Эритрея потеряет целое поколение. У нас есть редкая возможность взять интервью президента у человека, ведущего страну или к успеху, или к катастрофе. Господин президент, спасибо за беседу на нашем канале «Аль-Джазира». ООН считает, что только в прошлом году 63 тысячи ваших граждан покинули страну как беженцы. Сейчас ежемесячно переходят границу в Судан около 1800 человек. Почему эти люди покидают свое государство? Это все ложь. Они все лгут. Как? Значит, никто не уходит из страны? Покажите нам доказательства этому. Покажите нам факты. Мы хотим видеть доказательства. Я не понимаю вообще, что он имеет в виду. Мы же сейчас здесь. Я вспоминаю много лжи из уст нашего президента. Я говорю только одно. Пусть Господь даст ему мудрость и понимание на те вещи, которые он делает. Что говорит Библия? Ложь приходит от дьявола, отца всякой лжи. Факт есть факт. Мы же знаем, что эти беженцы сейчас на территории Эфиопии. Мы посещаем эти лагеря и знаем их ситуацию жизни. Это кунама, эритрейцы. Они из Эритреи, и это факт. Майяне. Более 13 тысяч беженцев. Шимелба. Более 15 тысяч беженцев. Адихураж. Более 12 тысяч беженцев. По данным Эфиопии, в среднем 1250 беженцев из Эритреи в месяц. На данный момент в 5 лагерях для беженцев в Эфиопии проживает более 60 тысяч эритрейцев. Эритрейцы, убежавшие в Судан, в Джибути или морским путем, не входят в это число. Так как сочувствия недостаточно, а пустых слов предостаточно, акция помощи нуждающимся и преследуемым.